Welcome. Thank you. Посла Новой Зеландии в России глава Сочи Анатолий Пахомов принимает в своем кабинете. Иэн Хилл задает массу вопросов, интересуется, как Сочи из южной провинции превратился в центр проведения международных мероприятий, в том числе Кубка Конфедераций. Сочи – прекрасный город, очень красивый. Видно, что Олимпиада положительно повлияла на развитие курорта. А ведь есть много примеров, когда после Олимпийских игр построенные стадионы пустуют. А здесь видно, что город живет и развивается. Анатолий Пахомов рассказал о масштабных преобразованиях, которые произошли в городе за последние несколько лет. Общались через переводчика, но оказалось, посол неплохо владеет русским. Вот сейчас еще погода не очень, а у нас в мае была хорошая погода, солнечная, до 27. И стоя в черном теплом море, можно было видеть, как на верхушках, заснеженных верхушках катаются лыжники. Интересно. Единственное место, как это я знаю в мире, это Бейрут. Бейрут можно так же. Горы. Но это необычно, это очень... Да. Это первый визит Иэна Хилла в Сочи. И, как отметил сам посол Новой Зеландии в России, теперь он точно знает не последнее. А снова встретиться Пахомов и Хилл договорились уже вечером на стадионе «Фишт» на матче Мексика-Новая Зеландия.